Pump Genius – пакетное решение WEG по оптимизации работы насосов водоснабжения. Система Simplex. Режим ожидания и режим работы. Режим работы преобразователя частоты определяется текущей потребностью системы. Режим ожидания. Режим работы. Режим ожидания. Режим заполнения трубопровода. Обнаружение повреждений или протечки трубопровода. Обработка параметра низкого уровня. Бессенсорное определение сухого хода. Режим «Сухой ход» активирован. Защита насоса от сухого хода. Возможность подключения дополнительных внешних датчиков. Предупреждение. Сообщение об ошибке. Мониторинг кавитации насоса. Настраиваемый параметр низкого уровня воды. Падение давления. Управление дополнительным насосом. При низком потреблении задействован только малый насос. При повышении потребления частотный преобразователь активирует главный насос и отключает малый. Автоматическая очистка. Частотный преобразователь выполняет автоматическую очистку крыльчатки насоса. Режим очистки активирован. До 12 программируемых уставок скорости, а также автоматическая регулировка по заданным параметрам процесса. Плавный пуск и торможение предотвращают гидравлические удары. Многонасосная система. Каскадное управление. Последовательная схема управления насосами. Гибкое управление. Автоматическое переключение двигателей для обеспечения равномерного износа насосов. Автоматическое переключение насосов через преобразователь частоты. Система мультиплекс. Управление системой полностью обеспечивается преобразователями частоты, без необходимости внешнего контроллера. Коммуникации между преобразователями частоты происходят через интерфейсы RS-485 или CAN. Каждый насос может работать в режиме ведущий-ведомый или ведомый. В
При обнаружении обрыва коммуникации управление автоматически переходит к другому ведущему приводу. В зависимости от программы, система предлагает заменить ведущего оператору, либо меняет его самостоятельно. Функция принудительной ротации насосов обеспечивает их равномерный износ. Программное обеспечение внутреннего контроллера. Интегрированная функция, которая может использоваться для настройки и мониторинга рабочих параметров на основе бесплатного программного обеспечения.